ваше представление о счастье. А что бы вы ответили Степанову Варвару? Ну, во-первых, надо точно определить, а что такое человеческая эмоция, душа и сам человек. Мы в поколении невежливых. Какой ты остроумный, какое счастье. Лишь тебе. Вот с кого надо брать пример. Днем на работе, вечером в библиотеке, перспективный, выдвигаем на начальника колонны. Одобряю. А тебя никто не спрашивает. Никуда я не уеду. Вот в чем вся беда. Найди свое счастье вместе с любимыми героями. Ты скажи. Всю правду скажи. Классика по выходным на русском иллюзионе. Пойдем в кино. Пойдешь? Пойду.